Здравствуйте, уважаемые зрители и гости моего канала. Получила посылку сайта iHerb. БАДы из этой посылки я уже рассказала про них в предыдущем видео, смотрите. Сейчас я расскажу, что здесь из косметического у меня было, немножко продуктового. Наконец-то я заказала моей любимой марки BWC вот такие шампуни такой и несмываемый кондиционер. Это вот такой шампунь. Я его уже много раз заказывала раньше. Из всех шампуней, которые на сайте iHerb, я считаю, это самый, наверное, лучший, можно сказать, по составу. Это шампунь с розмарином, мятой и чайным деревом. Эта марка использует натуральные эссенциальные масла, натуральные премиальные, скажем так, ароматерапия у них. Состав хороший, очень натуральный у них. И очень классный запах, действительно, как ароматерапия, когда вы их используете, когда вы ими пользуетесь. Очень классный аромат. Этот шампунь пахнет мятным деревом, розмарином, действительно, как есть, как будто вы просто добавили свое натуральное масло. Я почти всю линейку, всю серию попробовала от этой марки BWC. Но мне больше всего подходит розмарин, мята и чайное дерево. Он подходит хорошо для жирных волос, хорошо вымывает, очень концентрированный, небольшое количество его идет. И такой же есть еще у них зелененький кондиционер, тоже мне он подходит, больше всего нравится, потому что я пробовала там и синенькие, и красненькие, там цвет тоже там разные, там для объема, для еще чего-то. Они хорошо очень увлажняют волосы, мягкие такие. Здесь 100% веганский состав, чистые премиальные эссенциальные масла, без парабенов, СЛС, лаурил, сульфатов всевозможных. И нету синтетических ароматизаторов. Из-за этого такие у них классные ароматы. Я, конечно, заказываю других марок, шампуни, кондиционеры. Пробую, все время экспериментирую, новинки появляются. Интересно, как всем и любопытно. Но, конечно, я помню всегда, что мне эти шампуни нравятся. После длительного перерыва попробую опять им пользоваться. Здесь большой 473 мл объем такой. Буду его использовать. Еще здесь у меня несмываемый кондиционер. Тоже я много перепробовала кондиционеров. Когда нашла вот этот несмываемый кондиционер, я поняла, что он самый лучший. Но у меня есть еще второй кондиционер, который я периодически использую. Или этот, или от Brazilian, там как-то называется. Такой красный тоже, другой марки. Тоже очень хороший кондиционер. Вот я сейчас как раз, у меня того немножко осталось, я их сравню. Через время тоже забываешь. Ну, он хорошо очень увлажняет волосы, не жирнит, не утяжеляет. Такие локоны делает хорошие. Подходит для тех, у кого вьющиеся волосы, контроль кучерявости такой, тоже здесь написано. Подкупает состав. Ну, у него тоже, кстати, такой аромат очень. Арома масел многим, наверное, не нравится, кто любит такие фрагрансы химические. Но 20% органического состава, содержания. 100% веганский, тоже 100% чистые премиальные масла, эссенциальные масла без парабенов и синтетических ароматизаторов. Ну, тоже этот кондиционер, это must have такой, я его уже много раз заказывала. Чередую только его еще там с другой маркой, как-то Brazilian называется, сейчас точно не вспомню. Такая расческа, давно я ее хотела заказать, мне именно нужна была расческа с металлическими зубчиками. У меня волосы такие запутываются, и вот такие расчески хорошо расчесывают. Я уже попробовала ей пользоваться, мне она понравилась, здесь такая очень приятная деревянная основа у нее. Ручка. Это марка Амбассадор. Они занимаются как раз именно, это немецкая марка. Они изготавливают из древесины, которая не вымирающая, то есть с нормальной древесиной обычной. Здесь цельная такая, я так понимаю, древесина. У них есть с щетинами натуральными, там щетины кабана, там у них есть для, больше того, я так понимаю, для масел, аромарасчесываний. Ну, мне она очень понравилась. Она тут хорошо прогибается, здесь хорошая резина такая, выпускается воздух. Хорошо она чистится, то есть я уже ее расчесывалась и почистила ее сразу, потому что волосы остаются же все равно. И я как раз ее взяла, чтобы расчесывать мокрые волосы после мытья. Здесь металлические такие зубчики и на конце такие хорошие эти самые кругленькие шарики, как в описании написано и по отзывам. Она удобная, кстати, не громоздкая, как можно с собой брать ее, как бывают расчески очень такие большие, что для перевозки она не сгодится. А это очень классная расческа. Марка Амбассадор немецкая. У них много других расчесок. Они не сильно дешевые, но я тоже под какую-то акцию, промокод какой-то был. Далее я расскажу, что у меня здесь из продуктовых было. Здесь немножко, здесь две шоколадки. Кокосовое масло такое вот. Это кокосовое масло от Garden of Life. Хорошая марка. Это масло выгодно брать, потому что оно не в стекле, а в
пластиковой упаковке, оно легче и по цене оно выгоднее его брать, если насчитывается за доставку сумма за вес. Потому что бывает бесплатная доставка, а бывает, когда платная, на такие тяжелые товары, как вот, кокосовое масло, сода, какие-то продукты, насчитывают платную доставку. Это такое кокосовое масло вкусное, оно органическое, получается, сырое, экстра вирджин масло. По-моему, это единственная марка, которая именно сырого кокоса делает масло, поэтому это еще более полезнее и вкуснее. Кокосовое масло, оно полезное, его можно есть столовую ложку в диетических целях, оно хоть и жирное, но оно хорошо делает детокс, скажем так, вредных жиров в организме, нормализует обменные процессы, так считается. Еще оно содержит вещества антибактериальные, поэтому такие, как у него есть антибактериальные свойства, поэтому его можно не класть в холодильник даже в жаркое время. Он приходит, вот, когда холодно, в таком твердом состоянии, в тепле он тает. Его можно использовать для выпечки вместо сливочного масла, очень вкусно. Можно добавлять в кашу, в выпечку, в общем, делать такой шоколад домашний. Ну, в общем, разные такие способы приготовления у него есть. 414 миллилитров, и есть у них большая литровая, по-моему, банка. Ну, не помню какая, ну, то есть у этой марки есть еще большой объем. Вот, ну, она выгодная по цене помещается в посылку. Здесь еще у меня такой повторный, я заказываю второй или третий раз уже, кокосовый такой порошок, кокосовое молоко сухое. Это необезжиренный кокосовый порошок, он хорошо растворяется в теплой воде. И получается молоко. Можете добавлять его для вкуса в кашу, делать из него молоко. Кокосовое молоко можно делать. 3 столовые ложки на чашку воды, по-моему, рекомендуется. Ну, конечно, если его много сильно положить, то получится такой немножко вкус сильно яркий. И не всегда мне он нравится. Его можно в кофе добавлять, в общем, в хлопья всевозможные, там, овсяные, завтраки. То, что вам надо, молоко. Для выпечки можно добавить, для вкуса вместо молока тесто сделать. Ну, такой сдобный такой вкус у него получается. Без глютена. Оно немножко жирненькое. Здесь получится кокосовое молоко, тапиока, мальтодрексин. Тоже мне нравится. Я его добавляю. Бывает, когда нет кокосового масла, оно спасает вместо кокосового масла. Ну, соду я уже рассказывала, постоянно про нее рассказываю. Сода. Это хорошая сода Frontier. Для выпечки она подходит. И для тех, кто принимает внутрь соду для защелачивания организма. И здесь еще 2 шоколадки. Одна шоколадка это от Чоколо. Вкусная шоколадка такая. Вишня с миндалем. Хороший шоколад. Я уже тут немножечко добралась на нее, вчера посылку получила, сегодня снимаю, показываю. Здесь вот видно немножко вишни, орешков. Шоколад вкусный и главное, что состав очень хороший. Состав черный шоколад, какао. Вот, а второй шоколад у нас вот такая марка NDNG Red Special. Это шоколад с черникой, блюбери ягодой. Я люблю эту ягоду и заказываю периодически этот шоколад. Мне еще у них нравится с какао нипсами. Вот так он выглядит. В принципе, ягодок не видно, но они чувствуются на вкус. Они не сильно измельчены, так мелко. То есть они попадаются приятно так. Вот тут немножко видно, по-моему, кусочки ягодок. Шоколад очень вкусный. Это черный шоколад. Эта марка мне нравится. Чоколо нравится. И вот это NDNG Special. Защита животных, по-моему, он переводится. Черный шоколад с блюбери. Еще в этой посылочке у меня был такой чай. Я его постоянно заказывала. Сейчас я его, наверное, буду в каждой посылке заказывать. Потому что мне не подходит ни черный, ни зеленый. Я уже перепроверяла несколько раз. Как-то видно, или повышает, или понижает давление. Вот, а это чай Ройбуш. Он с таким идеальным составом, можно сказать, нейтральным и в то же время приятным. Здесь получается органический ройбуш, листья, натуральные ароматизаторы, стевия, органическая стевия. Здесь есть еще ванильный такой как бы аромат. У него вот этот ароматизатор, видимо, дает ванила, цитрус написано. Такой аромат, ну, очень натуральный даже и приятный. Он похож где-то на черный чай по цвету такой получается. И он не содержит кофеина, поэтому те, кто не может пить кофеин или отказывается от него, я вот не пью ни кофе, ни чай, скажем так, уже давно, они мне не подходят. Бывает, беру там кофе без кофеина или какой-то цикорий тоже хороший с этой херб. Беру именно этот, я другой ройбуш заказывала, мне нравится. И можно, конечно, заказать ройбуш без упаковки. Там и по полкилограмма почти есть упаковки. От Frontier есть тоже хороший ройбуш. Ну, мне нравится просто, что он фасованный, потому что сам чай специфический такой, там такие как веточки. Они очень мелкие и удобнее его все-таки заваривать в вот таком пакетике. У меня есть, конечно, там заварники сахерба тоже металлические всякие, но как практика показывает, самый удобный закинул пакет и готово. Чай очень хороший, я уже видела отзыв под видео, тоже подтверждают люди, что тоже заказывают его и он нравится. По цене он тоже очень выгодный. Здесь 24 пакета, 48 грамм. Есть меньше пакетов и цена выше, поэтому
вот этот Now Foods. Когда-то он, по-моему, шел по акционной цене. Я попробовала, и теперь его... Теперь на нем остановилась я. Ну, такой у меня был обзор продуктов и косметики с посылки номер один за ноябрь. Спасибо за внимание. Спасибо, что используете мой купон SGS024 при каждом вашем заказе. Он дает скидку 5%. Спасибо за внимание. Всем здоровья. До свидания.